Я считаю, наше общество балансирует на грани. То есть есть ребята, которые хорошие, которые занимаются спортом, которые любят творчество, там не пьют, не курят, нравственные ребята. Очень много, к счастью, таких людей. Но есть такие, кто наоборот не хотят учиться, там ругаются, пьют, курят, не хотят служить. У меня, кстати, есть очень много знакомых ребят, которые хотят пойти служить, действительно. Я считаю, что в данном случае должны все-таки государство опять-таки пропагандировать нравственное воспитание детей, подростков. Очень хороший шаг был предпринят в том, что запретили гей-пропаганду среди юношей, до несовершеннолетних детей, да. Если уж вы хотите, извините меня, жить так, как вы хотите, да, ну, имею в виду взрослых, совершеннолетних людей, пожалуйста, но не пропагандируйте это среди молодежи. Это ваша личная жизнь, это ваша спальня. Зачем вы туда зовете других детей, людей там, и так далее? Я ничего как бы вот в таком плане не имею против, но вот когда это навязывается, то для меня это очень-очень остро стоит проблема, мне это не нравится. У меня есть дети, которые... Я не хочу, чтобы навязывали что-то. Я хочу, чтобы они у меня традиционно выросли хорошими детьми, хорошими людьми, приносили пользу обществу. И государство просто обязано это контролировать.